Господин президент, пишу вам письмо, может, прочитаете, если найдете время. Вашей войны нам не надо, потому что она не наша. Европа была объединена для жизни без войны, а не для ее начала. Национализм приводит к войне, говорил Миттеран, а не европеанизм. Мы не собираемся участвовать в вашей войне, потому что ничего не имеем против России, а Россия ничего против нас. Может, для вас эта война и выгодна, но в наших глазах это позор. Потому что нас эта война не касается, что бы вы там ни говорили. Россия угрожает Европе, но Европа вообще не существующая единица, а Европейский Союз и так чересчур вырос, да так, что по границам Союза страны перестают с нами общаться. И только мы наступаем другим на пятки, континентам, нациям, чудищам, отличающимся от нас, от наших обычаев, наших традиций, наших культур. Все, что нам хотелось бы, господин президент, это европейскую Европу в европейском смысле этого слова. Европу, в которой каждый европеец мог бы жить там, где хочется, если это Европа на карте. Европу, которая не выходит за географические границы, исторические, политические, культурные, мыслительные. Европа, которая смотрит на нас, рассказывает нам, похоже на нас, объединяет нас. Европа, внутри которой каждый европеец был бы способен перечислить страны-участниц. Не Европа чуждого нам славянства, не Европа космически далеких прибалтов с их особенной математикой и непостижимой алгеброй. Мы не будем воевать за кривую логику да чужую математику. Мы не отступники нашей истории. Наша миссия — это не провокации под искусственными причинами ради навлечения гнева Господня, причинами, которые нас вообще не затрагивают. Мы не провоцируем, господин президент, силы, которые провоцируют нас только в ваших фантазиях. А что до вашей воинственности, она только ваша. Мы такое не поддерживаем, пока не будет действительно настоящего повода. У нас есть целый список угроз, воображаемых, теоретических, выдуманных. Схему все знают, когда президент не может больше тешить надеждами, он пытается запугать. И часто эта болтовня ведет к непоправимому. Понравились перевод и озвучка? Не забудь поддержать автора на Сбер. Номер карты в описании к ролику.